Всем привет, хорошего настроения, друзья. Не выдержал сегодня, решил еще раз сходить на рынок. В воскресенье, вчера уже был. Но жена поехала, Танюшка, к крестнице в гости. А я решил с вами немножко пройтись. Ну, сегодня будет коротенький обзорчик. Постараюсь в ответ на ваши справедливые совершенно замечания о том, что я руками трясу, когда снимаю, как-нибудь более стабильно снимать. Вот, хотя, говорю, на рынке ни продавцы, ни покупатели съемку не одобряют, поэтому приходится снимать полускрытой камерой, все ругаются. Просто пройдусь сейчас, я в середине примерно рынка, просто пройдусь без комментариев, вот, и покажу, что у нас сегодня здесь творится. Погода прекрасная, народу много, но продавцы жалуются, что торговли нет. Я так мелочевки накупил, в конце покажу. Вот это середина самая рынка, те места, где люди торгуют с земли. Такая диковатая торговля, по-моему, 100 рублей стоит место торговое. Вот, и народ здесь расположен. Справа и правее еще там навесы, и павильоны, и киосочки, и там тренера. Там, соответственно, ценник побольше. Вот, ассортимент, в принципе, поинтереснее, вот, но ценник такой негуманный. А здесь иногда можно найти что-нибудь довольно интересное и довольно недорого. Бывают жемчужину отыщешь в огромной куче вот этого барахла. Погода прекрасная, народ выпивает, завесились он сами тряпками, и там, по-моему, алкоголь употребляют. Где по 500, это все пластиночки выставлены виниловые. Ну, теоретически, порывшись, можно найти что-нибудь такое даже хороших рекордс-лейблов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Кассетки ваши, мужчина? Это мое, мое. Сколько кассета стоит? 250. За штучку? За 200 отдам, да. А бери. Там, 50, да? Там не те, это новые. Там тоже? Да. Заказ сделали для Италии. Повезти туда фарш. Сколько стоит проигрыватель? 300 рублей. 300 рублей? Да. Не работает? Не работает. Работает? Головки, да ладно, без головки. Головки только нет. Вот есть сабвуфер рядом. Я его, если с проигрывателем, продаю за 600 рублей в месяц. Сабвуфер у вас и так купят, а проигрыватель за 200 не отдадите? Блин, там головка дороже стоит. Может быть, но она наверняка уже убитая. Подумайте. Давайте за 250. Мне просто цифра вот 200 как бы на душу ложится, а за 250 уже жалко. Давай. Сейчас я обратно пойду и заберу вас, хорошо? Ага. Хотел купить Вегу, за что же за 200 нашел? Ну что-то мне импульс поинтереснее, на самом деле тащить его просто полегче будет, на самом деле, вот, наверное, импульс возьму, сейчас обратно буду возвращаться и куплю этот проигрыватель.
Второй уже такой не попадет. Вот таких развалов стало много. Очень много гастарбайтеров стало приносить свои вещи на рынок. Видимо, при ремонте квартир выбрасывают старые. Они все молодцы, волокут сюда. И порой тоже такие интересные вещи попадаются. Вот, очень много стало именно в этой части рынка вещей с ремонтов, которые приносят различные наши товарищи из Узбекистана и Таджикистана. Вот. Ну, с ними торговаться можно. У них ценник такой достаточно гуманный раньше был. Хотя раньше пластинки, допустим, патефонные продавали по 20 рублей. А сейчас уже все 100 просят. О, моя тема – шахматы. Купить, что ли, для родной школы раритетных шахматных фигур. Ох, ой, какие фигурки обалденные. Просто прикольно. Драконы, все такое. Круто. Вчера хотел купить топорище за 100 рублей, пожадничал. Не купил. Сейчас жалею, сегодня его уже нет. Сегодня уже 200. Так, не забыть за импульсом вернуться. Никогда не откладывай на завтра то, что можешь купить сегодня. Редкий кинопроектор «Волна». Такой глобус на подставке. Вау. Комета бедная без фальшпанели. Ну, как раз развалы пошли и наши восточные друзья. Я только по одному ряду прошел. Рынок огромный. Вот там еще раз, два, три ряда на земле. Потом вот там после этого павильонного сооружения еще пара рядов. И контейнеры, которые спиной стоят к железной дороге. Там более цивилизованная торговля, но более дорогая. Пластинок даже не покупаю сегодня. Сейчас столько старых неразобранных. Но их становится меньше, хочу вам сказать. Меньше патефонных пластинок интересных, гораздо меньше. Вчера был ряд распродаж, кричали, все по 50, потом стало все по 10, и в конце я уже слышал, все по 5, вот подобные вот вещи. Сегодня что-то меньше распродаж. Thank you.
еще. Вот ходим, раз продажи работает. По 50. Да, да. А вы сколько ваше стоит белое? Подходим, распродажа. Костюм хороший. Да чем мне нравится, когда народ начинает рекламировать свои товары, особенно это у восточных друзей получается. Подходим, распродажа, костюм хороший, до свидания. Ну, эту чайку я вчера видел, 1,5, по-моему, за нее просят. Ну, такая, не очень. Лосьон огуречный, выпечка и закуска в одном флаконе. Thank you.
Пойду за импульсом. Так, где я его видел-то? По-моему, раньше. Ах, микроскопик какой был у меня такой детский. И кинокамера кварц из коллекции. Так, где мой импульс? Или я уже прошел? Сейчас возвращаться. Да, походу он остался сзади. Что ж, надо брать, если он еще жив. Прибавим ходу. Велосипед на запчастей куча, как бы, ну, в основном старье, а я пытался ниппель купить. Ну, на шланг насоса еле нашел. Еще 100 рублей содрали, безумные деньги. Полно пластинок на концертах Высоцкого. Еще бы мне точильный круг где-нибудь купить. Пока не вижу. Сделаю на даче точило из мотора от стиральной машинки. Но круги надо смотреть не здесь. Так, здесь мы уже ходили. Все есть, кругов не вижу. Не, где импульс? Сейчас, если найду, заберу и домой поеду. Опять сегодня без машины, придется на маршрутке. Сабвуфер был ориентир. Фотоувеличитель Ленинград. Так,
О, спидала, первая спидала. Скажите, вам пиццы эти сколько стоят? 150 рублей. Которые вы хотите, 150 рублей. Я думаю, скоро вот наши товарищи с юга, узбеки, таджики вытеснят значительную часть продавцов. Ну что, у них такая агрессивная политика продаж. Но это мое мнение, может и нет. Потому что в дальнем конце рынка сейчас уже их очень много. Вот, а на передней, так сказать, стороне пока еще нет. А сколько топорище стоит? 300 рублей. 300? 200, 200. А за 100 не отдадите? Так, 150 забирайте. За 100 возьму. Сейчас к хозяину сбегаю. Сейчас я вам позвоню, подождите, я досчитаю. Ну и, как всегда, друзья, небольшой отчет о посещении Балашиного рынка на Удельной. Сегодня, в воскресенье, 16 мая 2021 года. Во-первых, все-таки нашел я мужичка с этим импульсом, боялся, что потеряю. А вот, добрался и купил. Так что теперь будем восстанавливать и, соответственно, делать обзор. Я думаю, согласитесь, неплохой проигрыватель, даже по современным временам дизайн такой вполне приятный. Ну, крышка вот в петли оторвана, единственное, что она просто как отдельно идет. Посмотрите, какой прекрасный. А вот, он даже работает. Единственное, что мужик тут... Одна головка или дороже стоит. Головка, кстати, магнитная. Но головка, кстати, оказалась убитая. Вот. Иглы там нету просто вместе с вентилятором. Вот. Но зато, пожалуйста, вот мы его втыкаем. Включаем сеть. Загорается красный огонек индикатора. И он же одновременно является и стробоскопом. Ну а потом, поставив скорость какую-нибудь, нажимаем клавишу пуск. Правда, он как-то вот так не сразу реагирует. Так, давай, родимый. О, пошла жара. И раскручивается медленно. Но, тем не менее, вот по стробоскопу скорость регулируется. Так, это я ему 45-ю поставил. А нам надо бы 33-ю. 33-ю отжимаем. И можно вот с этой вот головочкой его настроить. Здесь сверхтихоходный, по-моему, движок. Ну, факт то, что работает. Тонарм с противовесом. Все как положено. Вот, автостоп работает, по-моему. Сейчас проверим. Чик. Автостоп. Не помню, в каком положении он нажат должен быть или отжат. Работал. Нажатом, значит, работает. Вот такая ситуация. Значит, будем восстанавливать, ждите обзор. 33-45 скорость, электрофон второго класса, импульс 201. Вот, колонок, конечно, нет, но это мы все будем изобретать. Ну и далее, что у нас еще было хорошего на рынке, чем нас порадовал сегодняшний поход. Пошел первый раз в воскресенье, кстати, я обычно по субботам хожу. Вот, купил колоночки, кстати, может, они к этому и пойдут. Бибикейские, видимо, от кинотеатра. Вот, потому что крепления все-таки удачные. Вот, и они, соответственно, 3 Watt, Handling Power, 3 Watt, 10 Watt, BBK Electronics Corporation. Вот, такие тяжеленькие. Корпус пластик, к сожалению. Вот, куда-нибудь присобачен. Не проходите мимо, просто шел, спросил, сколько приемник. Мужик сказал, 100 рублей, я сказал, за 50. Он сказал, забирай. Не хотел покупать, но купил. FM, MV и SV, то есть FM, средние и длинные волны. Так, где он включается? Он, по-моему, даже работал. О.
Не знаю, как диапазон переключается. Вот сейчас FM. Витек. Самое главное, антенка целенькая. Все закисло, все не дружится. И переключатель куда-то делся. Ну, разберемся. Функционируем. Две батареечки. Две батарейки, самые маленькие, 3А. Угу. Пусть будет, даже выход под наушники есть. Замечательно. Что далее? А далее вот, что было. Вот такой, люблю такие маленькие, бакелитовая какая-то пластмасса, черная, корпус. Вот. Маленький, полтора раза меньше, чем стандартный размер, приемничек. Красносельский он называет. А, Красносельский завод пластмасс, громкоговоритель 015GD Восток. Вот такого у меня в коллекции еще не было. Очень красивый, вроде комплектный, даже с родной радиовилкой вот такой. На котором написано для радио, чтобы розетку не втыкали. Вот. Неплохое пополнение коллекции абонентских громкоговорителей. И вот еще один там же приобрел. Нева он называется. Вот такой. Вот такого у меня тоже вот такого типа практически не было. Такой тоненький старый проводок. Немножко потрескан вшаяся пластмасса, любовно заклеенная скотчем. Чем он интересен? Интересен тем, что у него деревянный корпус. Вот это дерево. Решетка пластиковая, название Нева тут имеет место быть. Так, резистор болтается, но задняя стенка на месте. Громкоговоритель тоже наш, видимо, питерский. Проверим, посмотрим. Вписывается и тоже радиовилка старенькая такая. Ну, вообще, надо определить, каких годов это чудо природы. Купил еще кассет, опять-таки, 5 кассет. На них, на всех, я посмотрел, там целая коробка вот. Вот таких блоков по 5 кассет, да, штук 20 больше у мужичка в коробке. Вот. И на них, на всех этих кассетах записаны восточные свадьбы. Не знаю, Азербайджан или что-то в этом духе. Люблю там такие классные танцы. Ну, естественно, выкладывать никуда я то, что на них записано, не буду. Это, скажем так, личная информация. Но пусть будет. Люблю. Вот. Ну и, наконец, купил вот такой, проверю, работает или нет. Люди говорили, что он работает, божились. Я нисколько не верю. За 100 рублей винч на 360, что ли, гигов. Вот. Пусть будет, а тоже некуда информацию кидать. Проверим. Ну вот на этом, собственно говоря, и все. Большое спасибо за внимание. Всем привет, хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.